Добрейшее утречко. Время уже, конечно, около 11, уже, скорее всего, день. Я тут монтирую, ну, не монтирую, так громко сказано, конечно, склеиваю кусочки вчерашнего дня. Вот. Я практически уже все доделала, осталось только просмотреть, сохранить. И можно опубликовывать. Ой, я пересматриваю вот это видео. Я со вчерашнего дня его не открывала. Момент, когда я записала то, что мне рассказали, точнее, сказали, что я поступила. Вот. Ну, так странно это смотреть, конечно. Но на память я очень рада, что я это записала, потому что вот так ты уже об этом не расскажешь, что вот ты поступила и все такое. До сих пор я не осознаю, что я улетаю через 1,5 месяца. Вообще ни в какую. То есть я что-то делаю, какие-то дела занимаюсь, там смотрю, ищу, что-то пробую. И Дима раз что-то скажет про поездку, все, уедешь, типа вот. И я такая, блин, точно, я же уезжаю. Короче, я не знаю, мне кажется, надо несколько дней, чтобы вот это вот осознать. Я еще хочу сегодня найти документы на визу, потому что я распечатывала несколько штучек. Я закрепляла в телеграм-канале все про визу, то, что я нашла, может, кому-то тоже будет полезно. Вот, посмотрю, что там, как заполнять. Заполнять я не буду сегодня ничего, пока мне ответ не придет. Мне до сих пор ничего пока еще не приходило. Вот, а так я не знаю, как этот день пройдет, потому что есть планы, но типа получится или нет, я не знаю. Так что буду говорить уже по факту. Включение. Решила запечатлеть свой завтрак. Я, короче, сюда бухнула. Я не знаю, насколько это сочетание хорошее. В общем, здесь тунец в собственном соку, чуть-чуть, буквально 1/3 баночки, один огурец, немного листьев салата, здесь 2 обжаренных яйца. Соус у меня, я ни разу так не пробовала, надеюсь, будет вкусно, горчица и сметана. Так что, если вы кушаете, всем приятного аппетита. Сегодня второй день у меня без сладкого и вредного. Надеюсь, у меня получится. Что могу сказать? Хрючево очень вкусное. Я бы поставила 8 из 10. Пока завтракаю, собственно, это мой завтрак. Буду смотреть. Похоже, как будто я прям тазик ем, но нет. Ну, это тазик, но он... Ладно, я ем с тазика, хорошо. Просто я не знаю, как это по-другому назвать. Она просто огромная миска, а салата тут немного. А выглядит, как будто я целый таз ем. Ладно, буду смотреть, постучить в мою дверь. Я уже на 65-й серии. 70-я точно сегодня будет. Прям вот 100%. Приветики! Снова времечко. Уже 5 часов вечера. Я на самом деле кое-что сделала прикольное из глины, как и хотела. Осталось только подождать, пока она высохнет. Я это делала где-то 1,5 часа, может, как-то вот так, плюс-минус. Так что, как высохнет, я сделаю видео. Надеюсь, оно получится красивым. Хотя фиг знает, как оно у меня выйдет, потому что я снимала с одного ракурса и только потом поняла. Короче, не суть. Что я делаю на кухне? У меня пробивает опять на сладкое, вот у меня начинается вот эта ломка. Сегодня второй день, как я слежу за тем, что я кушаю, плюс-минус, да, без всякого вот этого вредного. Чипсы, сухарики, все такое. Как я и говорила в предыдущих видео, я как-нибудь хочу сделать ПП-штрудель. Вот, нашла рецепт в интернете и думаю, может, кому-то будет интересно. Для этого мне понадобится несколько яблочек, я их уже подготовила и нарезала кубиком. Но перед этим мне нужно будет 200 грамм творога. У меня вот такая пачка на 180, но я думаю, особой разницы никакой не будет. Знаете, почему я застыла? Я, видимо, сейчас пойду в магазин. Так, срок годности до 17 июля. Какого фига у меня жесть. Короче, у меня зацвел творог. Рецепт пока отменяется. Сейчас пойду в магазин за творогом. Та-дам! А вот и новый творожок. В общем, берем этот творог. Открываем. Высыпаем в тарелочку, добавляем туда белок от яйца. Ой, что я плохо так долбанула. Желток оставляем.
Почему я так плохо раскрыла? А, кошмар. В общем, вот. Желток оставляем, потому что будем потом смазывать. Добавляем сюда еще корицу по вкусу. Я добавлю чуть-чуть совсем. Сахарозаменитель. Добавлю 2 таких пакетика. В одном пакетике 2 чайные ложки. Или один пакетик добавлю. Ладно. Добавим один сначала, потом перемешаю, попробуем. Следом кидаю яблочки. И все это перемешиваю. Да, вполне супер. Достаточно одного пакетика сахзама. Я думаю, можно и без него обойтись. Сейчас я достаю лаваш. Собственно, сверну его в 2 раза. У меня не очень удобный лаваш. Он длинный, вот такой, как полотно. Но лучше, чтобы он был покороче, типа... Лучше вшить. Выкладываю сюда начинку и заворачиваю в рулетик. Вообще в идеале вот этого не должно быть. Они должны быть завернуты. Но если я это заверну, то у меня вообще непонятно, что получится. Короче, у меня будет вот так. Уложила на противень бумагой. И теперь желток, который у меня остался, я им просто смажу и уберу в духовку, разогретую на 180 градусов на полчаса. Так, ну выглядит достаточно прикольно. Сейчас покажу. Вот такая вот вкусняшка получилась. Сейчас я, конечно, не попробую разрезать. Ну, вот так выглядит внутри. Сейчас буду пробовать, поэтому все кушайте. Приятненького аппетита! Та-дам! Уже вечер, можно сказать, что... Ну... А нет, подожди, уже ночь. Без 7 минут 12. А, как прошел мой денек сегодня. Я как-то лежала особо. Сегодня первый день, когда я даже корейский не делала. Так даже непривычно. Типа, знаете, как будто что-то забыла. Вот. Или не успела доделать. Вот такое какое-то ощущение. А так, сегодня сладкого не ела. Я этому очень рада. Ну, если не считать вот этот вот ПП... десерт, так скажем. Но там действительно нету сахара. Типа, я имею в виду, сахар это сладкость, какие-то конфеты, шоколад, булки, выпечку, десерты. Особенно чипсы, сухарики. Ай, короче, получился вот такой вот маленький денек. Сейчас с Димой посмотрели пищеблок 2 серию. Вроде как 2 сезон нормально, хотя по 1 серии нам показалось, что не особо-то прикольно. Вот. Извиняюсь за шумную посудомойку. Включили, поэтому шумит. Ладно, я, наверное, на этом закончу, потому что действительно нечего такого рассказать. Интересно, какой-то обычный день получился. Сегодня опять дома была весь день. Потому что творог, кстати, мне принес Дима. Он как раз позвонил, когда я выключилась, начала собираться. Я зеваю. И по пути в доме купил творожок, поэтому у меня так хоп-хоп. Не надо никуда было идти. Ладно, всем до завтра. Посмотрим, что будет завтра.